с вами попробуем разобрать гитарный лик. Здесь мы будем обыгрывать гармонию мейдж аккорда ля. Для этого нам понадобится с вами начать, опять-таки же, с легаты, с легатной техники. Обыгрываем аккорд А мейдж. И затем завершаем в тэппинг, уходим. Значит, с чего мы начинаем? Мы начинаем с 9-го лада, 2-й струны, 9-10 мы играем. Затем переходим на 1-ю струну и играем 9-12. И затем обыгрываем ноточку соль диез и ля на 16-м и 17-м ладу. Тэппингом. Значит, делаем тэппинг так, чтобы у нас нотка была не... звучала не так. А стараемся тэппинг делать глубоко. И одновременно с этим мы играем еще на первой струне, сдергиваем 9 и 12 лад. То есть у нас получается, сдернули, потом вернулись снова к этой ноте. И назад пришли. То есть получается все вместе. Вот. Теперь то же самое мы делаем на второй струне, только здесь мы играем 9 и 12 лад. Возвращаемся по этим ладам, то есть у нас получается здесь 9 лад и 11 лад. Все одинаково у нас получается. То есть и на 3-й струне у нас степпинг 16 лад, а в левой руке 9-11. Мы играем сначала степпинг, потом делаем пулы. Потом то же самое на 4-й струне. И на 5-й то же самое. И затем уходим в слайд. То есть получается очень интересная фраза. Небольшие эксперименты и играть назад-вперед в разных последовательностях.